И что, как прыгать-то? Я не поняла. Главное, карабины вот не сувать пальцы. Все, смотри, я смотрю. Блин, Леха, а на ту веревку прыгать ничего страшного впереди, да? А вот там... Да вообще нежелательно, я полагаю. Поэтому ты и анализируй траекторию прыжка. Да, у меня с этим плоховато. Ага. С траекторией! Ой, блядь! Приятного мало. Лицом к земле. Ты куда? Отчаянный вообще. Пикар. Лёха знает, я могу. Ты обратно пока перелез? Нет, стой, держись теперь. Обратно в этой дороге. Силы кончатся, лети обратно. Да-да-да. Да что ж ты, пазла такая, поднялась-то? Теория, хотелось бы, чтобы она практикой была. Ну так, в принципе, да. Да прыгать можно вообще в любом случае. В сторону прыгать. Без страховки, без страховки. Или на уголок переместись, вообще шикарно будет. А я не таюсь в саму эту. Сюда. Ага, для обсуждения насущных проблем. Глобальное потепление и все такое. Запах свободы. Ну, зная, что если вдруг я сорвусь, то ничего со мной не будет. Это неплохо. Ну, а у Лёхи дополнительная опция есть. Он руками держит человека и отпускает тогда, когда он не ожидает. Если сама не готова прыгать. Не, я готова. Елизавета? Давай. Смотрите! О, блядь! Все, всем пока! Тихо. Смотри на меня. Я уже зубы на кошке.